Просто скачет, просто пусть.
Друзья, ну что, вы, наверное, не ждали уже, да, чтобы объединиться в золотом составе. И вот Тимофей... Мы сами не ожидали. Мы сами не ожидали. И это не сон, и это не фикция. Мы все настоящие, и мы не восковые фигуры. И спасибо, что вы пришли поздравить нас с днем рождения. Все-таки у нас юбилей. Поздравляю! За это отдельное спасибо. Ощущение, что мы всегда были вместе, да? Итак, я продолжу. Тимофей Кройнке! Оксана Олешко! Вы теперь Петрова, да? Видите, сами меня зовут? И новая солистка Марина Дрождина, друзья! Теперь группа приехали, давайте громче аплодировать. Мы стреляемся, что мы чуть-чуть волнуемся. Мы очень долго выступали в таком золотишном составе. Я вообще не выступала 15 лет. Вы воспитываете проект родителей, Оксана Олеговна. Вообще, сколько у вас было учениц? Ваши шальные лагеря. Вы знаете, что у вас трое детей, что у вас две дочки, между прочим. Уже сколько лет? 13 и 12. Так, ну что, за мной! Спасибо огромное! Спасибо за представление!
это признание всех вас, наших гостей, наших преданных поклонников. Специально для вас, наши гости. Вы же все улетали из дома в свое время, да? Я прошу вас, ну давайте встанем эту песню вместе. Я один. Давай, Авария!
слышишь? Ну, здорово. Ребята, скотаку! А что за вопрос? Как расшифровывается KFC? Крылышки, что-то голосит. Вот правильно, вот самая громкая, самая яркая девушка должна быть. А секьюрити подсказывает, да, друзья, шареный цыпленок и скид ноги, передайте девушке, пожалуйста, ее заслужить. Давайте, вот крылышка! Вот так вот. Еще раз подтверждается наша акция, почему не слышите? Да, но потом у нас еще очень много, за время концерта можно перейти. Следующий выход наш.